русский язык с удовольствием. 17 июля 2015 года. Пятница. Выражение «Да нет, наверное». Сегодня с нами три жирафа. Послушайте их разговор. Вы пойдете сегодня в кино? Я да. А ты? Да нет, наверное. Да? Нет? Наверное. Что это значит? Как можно сказать по-другому? Ты пойдешь сегодня в кино? Я думаю, что нет. Ты пойдешь сегодня в кино? Скорее всего, нет. Послушайте продолжение разговора. Ты будешь кататься на велосипеде? Да нет, наверное. Ты будешь сегодня печь блины? Да нет, наверное, не буду. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До следующей встречи!